Баллада о матери. Постарела мама за 30 лет, а вестей от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит. Потому что мать, и на что надеется она, много лет как кончилась война, много лет как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат, сколько их. То дальнее село. Мальчиков безусых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншей в бой, встала мать прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышал.